Двигатель 3.0 бензиновый, 350 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, задний привод машины 1994 года выпуска. Передние крылья Tune No Name, установлен обвес в круг, реплика Vertex, установлен капот STE, краткая DG21 оригинал, установлен козырек на заднее стекло No Name. Передний бампер рестайлинг с решеткой, грифоном, туманками, саблей и резинкой к ней. Замена ступичных подшипников и левой ступицы, выхлоп полностью переварен. Абсолютно новые две банки и два пламегасителя, резонатора. Новые подушки двигателя и коробки по низу осталось заменить подвесной карданы и уси. Головку шлифанем, клапана притрям, поменяем колечки, вкладыши, ну и все прокладки и сальники, которые есть, заодно уши ремень ГРМ с роликом. Список того, что надо купить, готов. 130 11 460 51 комплект колец STD 041 11 460 55 комплект прокладок 135 68 490 36 ремень ГРМ LAT 1008 биролик ГРМ QR 702 H1 вкладыши шатунные STD Тайха M702A вкладыши коренные STD Тайха все оригинал. Кроме нижних позиций, оригинал вкладышей найти не могу, ток ремонтный размер, который мне не нужен. Установлен двигатель 2 JazzGetNon в Visited, кулек большой, производитель неизвестен на 76 трубе. Установлен blow-off upgrade, замена основного радиатора на большой жир, турбины сток. Полностью убран секвентальный наддув. Убраны все клапаны и заслонки. Работают в постоянку две турбины. Всегда полностью переделан выхлоп на 76 трубе. Установлены винты Атаристы 161, установлен дополнительный 30-рядный радиатор на масло, со своим вентилятором. Thank you.
покупка больших тормозов от Цельсиора. Покраска в гоночный цвет с последующей установкой на машину, установлены передние тормоза от Цельсиора, четвертых поршневых. Установлены стойки от Супры, желтые бельштайны с пружинами Ебах. Стойки благополучно перешли с черного сарая. Замена всех рычагов. Перепрессовка на полик, там где это нужно, замена. Два нижних рычага, два верхних, правая ступица, рулевые наконечники, тяги, стойки стабилизатора, втулки. Замена всего заднего подрамника со всем, что к нему прикручено, стойки стаба, втулки тоже заменены. Передние фары тюня-ля Lexus светят так же хреново, как штатные. Полная замена салона на черный, взамен старой серой кожи. Установлены диски, кованые Япония ProDrive 19 размера. Покрашены в белый цвет, по резине, 255/35 R19 перед, 285/30 R19 зад.